Дим, второй сбор подходит к концу. Каким останется для тебя в памяти? Я думаю, обычный рабочий сбор. Вот. Всем, наверное, похоже, что просто здесь готовимся к продолжению сезона и непосредственно к Лиге Европы. Вот. Поэтому обычный тренировочный процесс, тяжелые нагрузки и, наверное, сейчас уже такой период, где психологически и морально тяжеловато. Но мы в позитивном настроении работаем, вот, несмотря на то, что все на усталости. Так что будем продолжать дальше. Не за горами уже первая игра, так что готовимся по полной. Под игрой, вероятно, имеется в виду встреча с Фенербахче, да? Думаешь уже о сопернике часто? Да, естественно, думаем, да. И думаем с самого начала. Как-то была жеребьевка, так что будем сейчас тщательно готовиться. Вот пока больше на своей подготовке сосредоточены. За результатами слежу, что они выиграют последние игры. Вот. Но не смотрел и не знаю, как они играют. Это будет. Ну, сейчас голову тоже не стоит забивать. Еще до игры достаточно времени, поэтому я думаю, мы успеем разобрать непосредственно ближе уже к игре. Ну вот болельщики боятся, на, не боятся Ван Перси. Правильная реакция? Да, все-таки понятно, что это лидеры, но у них, наверное, больше всю команду можно выделить. Вот. Но у нас все игроки, которые также играли против этих игроков, против таких команд, и имеют большой опыт, так что мы тоже не подарок. Вот. Я думаю, дадим боем, несмотря на то, что они звезды. Процентов на 70-80 мы готовы, еще есть время доработать. Я думаю, что подойдем в хорошей форме и покажем хороший футбол и постараемся обыграть.